Всем привет! Вы на канале Анапа Курорт Инфо, 9 ноября 2019, около половины восьмого. Мы нашей компанией, я, Макс, Дая. Ну, как вы думаете, куда мы идем? Мы идем к морю. Я вот все хочу показать. Вид на Анапку. Красота. Сегодня с утра еще прохладнее, чем вчера. Вчера было прохладнее, чем позавчера. Сегодня прохладнее, чем вчера. Ну, ночью было где-то около плюс 8 градусов тепла всего. Откуда ты знаешь? Говорят так. Кто? На утренней прогулке люди. Подслушиваешь? Ну, слышно же. Понятно. Ну да. Когда идешь на уровне с кем-то, волей-неволей слышишь, о чем он говорит. Вот еще один красивый вид утренний на речке Анапки. По пути на пляж. Сама речка в тишине утренней. Мои любимые компаньоны. Куда и Парзерта. Это не мешает. Какого питомника брали? Это из Краснодара. А у нас новороссийский. Компания прямо. Ну вот. И наш дружочек Кобелек тут же уже нас встречает. Его полканом назвали? Да. Видишь, этот Кобелек, вот тот хаски, да? Сдай и равнодушен. А на этого зарычал. Ну, конечно. А этот-то свободный пес, я уже говорила в прошлый раз, добродушный, не отвечает. И нюхать-то нельзя. Нельзя, со, да, все. Пошли, Дайка, на пляж. Гулять можно рядышком, а нюхаться нельзя. Так красиво все в этой дымке утренней. И в эту сторону красота. Ой, ну зачем красиво? Собакин пьет. Пошли, пошли к морю, Дайка, пошли. Я тут говорю нашим зрителям, как мне нравится, как все в этой дымке утренней, да? Сегодня вообще прикольное освещение, над морем облачность, а в рассветной области ясно. И такое мягкое освещение, немного дымка, да? Во-во-во, мягкость, вот ты правильно сказал, да. Мягкость вот эта вот утренняя. Мягкое освещение, красивое, прикольное, и вот первые лучи уже начали на город заходить. На высотке. Лучи, да. Вообще очень классно. Такой тихий внутренний восторг, да, Макс? Да. Еще такие тона принято называть постельные тона, да?
Да ты прямо поэт, Макс. Да, очень красиво. И над морем красиво. И само море сегодня уже другое, не такое, как вчера. Да, да. Уже сегодня... Вчера оно было такое беленькое, а сегодня бирюза в нем. Утреннее морюшко, привет! Температура воздуха сейчас утром у моря плюс 5,5. Плюс 5,5, Макс? Плюс 5,5? Да. Ничего себе. Вот так вот. Никаких там плюс 8. Нет, ну может ночью было теплее. Да, так, кстати, так, кстати, бывает, да, ночью теплее, а с утра бодрячком. Вот так вот. Не видно. Но мы тут, да, все парим. 2-3 дня назад было плюс 18 утром. А сейчас плюс 5. Ну, короче, мы не перестаем удивляться. Да. Каждое утро это удивление. И красота. А еще я заметил сейчас в туманной дымке высотные здания пару. Смотри, как смотрится. Точно! Вижу, да. Таня, так прикольно сегодня. Они смотрятся, как будто в каком-нибудь фэнтезийном фильме. В конце октября, в начале ноября, по ночам была минусовая температура. И отопление центральное включили только 1 ноября. То есть до этого две ночи где-то люди мерзли. Ну и вот, включили отопление, чтобы люди не мерзли. А тут наступило почти летнее тепло. Представляете, каково сейчас людям с этими теплыми батареями, особенно на солнечной стороне. И вчера одна подписчица у меня в Инстаграме оставила комментарий, пишет, что включают днем спецсистему. Вот так вот. То холодно, то жарко. Люди не успевают приспособиться к этим температурам. Что не вид, то картина. Здесь вот за барханами солнышко. Ведется активное строительство гостиниц. Наипервейшая линия к пляжу. Я, кстати, своих потеряла, пока с вами разговаривала. Пойду сейчас искать их. Вот они. В общем, мне кажется, этот пес чувствует нашу расположенность. Да. Лояльность. Особенно и лояльность Даи. И это. Все уже с нами гуляет. Ему нравится наша компания. А сколько у него блох, наверное? Дая, ты подумала об этом? Мы, кстати, уже за утреннюю прогулку с Даей по парку, пляжу и обратно проходим 8 с небольшим тысяч шагов. А напомню, что норма минимальная, да, считается... Рекомендуемая, да. Считается 10 тысяч шагов. В итоге с прогулками этими утренними мы с легкостью выполняем нашу норму и
даже перевыполняем. Бывает, даже мы проходим до 20, да? До 20 тысяч шагов в день. И мы в шутку решили посчитать, сколько за утреннюю прогулку проходит Дая. Где-то на глаз ее шаг, наверное, где-то раза в 3, да? Меньше, да, чем наш. И вот получается, помножайте 8 тысяч на 3. 24 тысячи шагов собачьих. Вот. И потом она приходит, страстно выпивает воды. И все. И... На отдых. Да. На боковую. Она просто лапы вытягивает. Вот так вот, так вот. Да, да. Ну, то есть вообще 100% расслабление и отдых. Конечно. 24 тысячи собачьих шагов. Ох уж эти кустики, да? Сколько в них запахов? Сколько в них жизни? На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что гуляли в очередной раз, уже 9-й с нами, к морю. Мне кажется, мы показываем вам очень классные виды, да? Анапус очень красивой стороны, поэтому это заслуживает лайка. Вот, подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. С вами были Наташа, Максим. Эй, животное! И южная хаска Дайя, которая передает вам пламенный привет. Все, мы пошли пить и отдыхать. Все, пока, ребята. Покедова.